Всем привет, с вами Лев, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт, и я продолжаю, как бы, играть на Хайпикселе, и сегодня я поиграю в Skywars. Поиграю в Skywars погоню, да, в лаборатории, и поиграю в обычный Skywars, потому что все-таки обещал 3,5 месяца назад, то, что я сыграю в него, да, как бы давненько я не играл в обычный Skywars, да. И, в принципе, я решил сделать такой вот ролик, да, в последний день лета, да. В прошлом году я делал ролик на 1 сентября. А в этом году будет последний день лета, потому что, в принципе, почему бы и нет, да, чтобы не каждый год делать на 1 сентября ролик, а хотя бы немножко по-разному решить сделать, ролик в честь конца лета будет, да. Лето прошло вообще так быстро, блин, вообще незаметно, я вообще офигел, блин, да, но, в принципе, оно заканчивается, но ничего страшного, в принципе, я в этом особо не вижу. Ну, не знаю почему, как-то нету особо страха, то что, ну, закончилось и закончилось. Все равно весь август херней страдал, поэтому, да, поэтому пофигу. Так, сразу извиняюсь, то что если будут некоторые моменты лагать, потому что комп у меня не особо мощный, к сожалению. А я бы этого хотел бы, ну ладно. Так, опа, чувак, что-то я ушел отсюда. А, это же два хлипули. О-о-о-о! Ничего себе, что за мутончик? Прям страшно. Так, это два моих. Чё я боюсь-то? Не агрессивуй на меня, чувак. Понятно, лава исчезла. Красиво вообще. Клиперы не вз... Бляха, ну вот такие тупые крипули, блин. Крипули, клиперы, не знаю. Давай, я валю тебя. Буль, буль. Все, хорошо. Играю я, кстати, достаточно неплохо, я вам так скажу сегодня. На самом деле, я думал, что я буду хуже играть. В принципе, да. И решил поиграть со своей старой сборочкой. Там сколько модов? Здесь 6 модов, 3 мода получается. Ну то есть, вообще это даже сборкой сложно назвать, но просто, я не знаю. Короче, мини-сборка. Мини-сборка для ПВП. Ну понятно, понятно. Подсос очередной, но это типичная, как бы, такая штука. Так, опа. Опа-по-по-по-по-по-по-по-по. Он упал, походу, но. Да, хорошо то, что килл мой засчитался. Не просто как он упал, а именно засчитался. Блин, такая напряженная игра. Я так давно не играл в Skywars, только сегодня чуть-чуть поиграл. Ну, чисто, чтобы немножко скилла поднять или просто хотя бы натренироваться чуть-чуть. Ой-ой, блин, ну опасный какой-то чел. Хоть 13 хп, но меня это никак не успокаивает. Потому что смотрите, как он меня валит. А, у него еще защита. Да боже, это читак плебас какой-то. 100%. Отвечаю. Пол сердечко. Чисто сейчас. Оп-оп-оп-оп-оп. Бля, сейчас выстрелит. Ну понятно, понятно, да. Ну в принципе, кто говорит то, что я буду выигрывать? Да. Давайте сделаю я сейчас вот эту карточку еще по обычному Skywars и пойду в погоню, потому что я хочу сегодня, так сказать, в два вида Skywars поиграть. И в обычный, и как бы в погоню, да. Ну, может быть, в самом конце сей я сделаю. Сыграю в обычный Skywars, только не в Insane режим, а в Normal. Да, Normal. И будет все круто. Да. В принципе, да, достаточно быстро это так закончилось, вообще не ожидал. И опять эта карта, вы что, издеваетесь? Да нет. Блин, как же меня бесит эти карты. Почему не попадаются нормальные карты, которые мне нравятся? Ну это всегда так, блин. Всегда такая штука работает. Так есть. Убил непонятно как. Так, у меня скорость 40 секунд, нихера себе, пошел нахер. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, бля, что происходит? О боже, у меня уже эмоции просто, боже мой, ужас какой. Так, все, я это убираю, нагоню поменял. Так, две скорости, хилки, офигеть, что происходит, дичь какая-то. Так, 22 секунды, хорошо. Так, ну мы расслабляться не будем, мы будем валить всех нахер, как всегда, как я умею. На! На-на! Пока! И тебе пока сейчас будет, чувак, пока! Нихера я херачу красиво, просто жестко. Блин, капец! Вот видите, какой я прям злой стал, когда близко к 1 сентябрю все происходит. Ну, хилку подкинул, но ничего страшного, он все равно сдох уже, пофиг. Так, последний игрок. Но у него по любому самые крутые шмотки, у меня вальнет, потому что он читер, 100%. Это как бы... Ну понятно, самый лучший шмот... Ну, конечно! По нагрунику, мне кажется, то, что у него там защита 4 какая-нибудь. Вот
Куда они деваются? Я вот никогда этого не понимал. Как он меня так отталкивает? Бля, я сейчас затащу, это будет красиво. Где в смысле хоть хп? Я был на 100% уверен, что я сейчас затащу. Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Бляха, это такой... Это бред просто. Ладно, все, я помолчу. Да, на самом деле, потому что я лох, играть не умею, ну да ладно. Итак, сейчас все болит, короче, да, я сейчас всех буду нахер валить, да, ну, как бы, знаете, хотя нет, вы не знаете, как бы, я никого не валю никогда, ладно, в принципе, я решил поменять текстурпак просто так, в принципе, почему бы и нет. Так, все, так, давайте, опа, бляха, и в этот момент он улетает, вот собака. Он прям знал, он следит за мной, он знает о том, то что... Сейчас упадет, да? Опа, здорово. А, он мне сейчас... Чего? Он не бьется! Ладно. Что происходит? А-а-а! Вали хотя бы кому-нибудь! Есть! Так, ну тот чувак, наверное, выжил. Я кого-то убил, кстати. Ну, неплохо. Так, хорошо. Так, лутаем большие сундуки. Ну, как большие, то есть центральные сундуки. Я их, наверное, большими буду называть, почему бы и нет, в принципе. Так, все, я на свою базу опять. Я не хочу, чтобы он меня сейчас вальнул. Так, он убежал, хорошо, это как бы... Хорошо, блин, короче, здесь, ребята, есть такие вот лопаты в этом мини-режиме, очень плохие. То есть, они, наоборот, хорошие, но если чувак какой-нибудь получит эту лопату, меня убьет 100% шансом. Но если он, конечно, не лох какой-нибудь, да, в принципе, ну... Ничего не буду говорить, потому что, как бы, если я... Вдруг это со мной что-нибудь произойдет, когда я получу... Ну, найду эту лопату на 16 урона, и потом я сдохну, это... Этим лохом, короче, я буду. Да ладно. Да. Ладно, в принципе, где эфир там, понятно. Так, все, бежим на центр, потому что они только на центре вроде как спавнятся, палки. Но отталкивающие штучки тоже неплохо, в принципе. Палки всякие отталкивающие. Тихо! Нет! Нет, не хочу! Нет! Беги! Беги, твой! Короче, здесь в этом режиме самое крутое оружие — это лопата. Да, это лопата на то ли 16,5 урона, то ли, я не помню. Я вообще сейчас, я немножко играл в погоню сегодня. Ну, как бы я записывал, сейчас записываю просто не в первый раз. Кстати, да, из-за этого, из-за того, что я записываю не в первый раз, у меня ролики уходят намного реже, потому что я потом не хочу снимать. Да, ну ладно, в принципе, не будем об этом. Просто говорю то, что лопата, она охереть какая жесткая. То есть, если какой-нибудь чувак ее получит, то... ну все, как бы, мне конец, да. Ну или еще кому-нибудь конец, не знаю, ну вы поняли меня, да? Так, чувак пока там сидит, мы вот этого вольнем. Бляха, давай. Откуда у него такая броня крутая? Ну типа зачарованная. Может быть она и не крутая? Просто да, она не крутая. Но шапка хорошая у него должна быть, потому что я оставил там. Так, давайте мы немножко подорвем тут. Все-таки поставим, так сказать, с 1 сентября. Помните, 1 сентября я записывал режим... с динамитом, помните, да? Режим с динамитом записывал. Не помню, как он называется. Да. И сейчас на 31 августа буду записывать погоню, да. И что-то тоже взрывать, как вы уже меня поняли. Так, я бегу за чуваком. Валю. Может быть, получится. Надеюсь, никто не подсосет. Так, чувак, ну ты понимаешь, что никто не сможет... Опа, давай. О, блин! Твою мать, улетел собака такая. Магадан, ты куда улетаешь, чувак? Ты сейчас сдохнешь! Чё он тебе? Ладно, это было очень странно. Я даже не буду спрашивать, так, ну, типа, ладно. Я промолчу, что это сейчас было. Это было как минимум... Тихо, тут чувак был, еще один прилетел. Я не хочу, чтобы у нас тут три человека... Дралась. Так, давайте. Опа. Блин, промазал. Так, мне бы залутать эндерпёлов, на самом деле. Это будет полезно. Бляха, главное, чтобы у чуваков лопаты не оказалось. Бля, у меня 6 эндерпёлов. Так, ладно, пока, пацаны. Пока я туда полетел, я вниз, пацаны. Все, я пока... Тихо. Тут там дрень просто жесть. Так, все. Блин, я паникую просто, не знаю как. Так, да, это сундук, хорошо.
быстренько эндерпел лутаем. Потому что, как бы, вы понимаете, то, что это очень важно, здесь только на эндерпелов и живешь. Если что, здесь блоки ломать нельзя, да. Насколько я помню. Поэтому здесь как бы похитить не получится. Так, а нет, почему нельзя, если тут кирки есть? А нет, можно. Ну это тупо на самом деле, это тупо. В ТНТ режиме, по-моему, нельзя точно было. Но там вообще жопа. То есть, если здесь на эндерпелов еще как-то... Тихо, нет! Блин! Давай, попытка номер 10. Так, пацаны, опа, нихера, херачит жестко, прям вообще капец. Где он? Кто он? Так, тихо. Сейчас мы так вот кушаем. Ивритов я попробую убить. Точнее, ивритов. Так, ладно, опа. Поджигание, неплохо, давай, опа, вали хотя бы кого-нибудь уже в этой жизни. Живи! Чё так все грустно, объясните мне. У меня просто чисто, вот это видео чисто на панике. И чисто реальные эмоции, реально, я вот так вот всеми бешусь. Да. Когда, короче, такая дичь происходит. Короче, вы меня поняли, 3 килла сделал, вообще супер. А мог больше, а... Подождите. А чё это за карта? Нихера себе! Бляха, вот это круто. Я это первый раз карту вижу. Я вам отвечаю. Я в Skywars играю очень мало. То есть, ну как бы раньше я прям часто в него играл. Ну я как бы захожу в него, ну бляха, ну почему-то мне эта карта не попадалась. То ли она слишком новая, то ли что, я не знаю. Опа, чувак, здорово. Так, бляха, сейчас опять меня подсосут, убьют и все на свете. Давай, бляха, ну сейчас как всегда, ну это понятно, да. Бляха, крути колесо! Бля, ем, два яблока, давай, сюда иди, все, тебе лицо сейчас сломаю, Чего? Да, ладно, я просто не знаю, понимаете, я не знаю, как это происходит, я просто бомблю, я не знаю, все. Молчу. Откуда? Что? Ладно. Все. Я помолчу. Время пока посмотрю. Да, кстати, что хотел еще сказать. Я, короче, видел такую вот штучку, пишут вот тут. 29 тысяч забанили за 7 дней. Почти 30 тысяч игроков было забанено, представляете? 30 тысяч читеров. Я помню несколько лет назад, где-то в году 17-м, и то банили по 20 тысяч. Ну, то есть, вы понимаете, да, какой трындец происходит. Хотя сейчас онлайн поднялся на Хайпикселе, из-за этого, скорее всего, все это дело происходит. Ну да ладно. Блин, тут прям так вещи быстро спавнятся. Раз 30 секунд, блин, это вообще... Это... Как, когда такое, блин, было? О, тихо, я чуть не ватил сейчас, тихо, подожди. Ладно, это было не особо страшно. Пусть как-то чувак надо мной как-то полетел. Ну, короче, алмазка у меня уже есть, это уже неплохо. А ботинки они... А, они от падения, но они... их оставить надо. Они хорошие. Так, давайте летим сюда. Блин, главное, чтобы лопату не подобрали, а иначе жопа. Два игрока осталось, ну чё, чувак, здорово, ёпта. А, да... да теперь я понял, почему он остался. Я понял. На. Боже мой, как же меня эта карта уже столбала. Ну, я не знаю, почему я ее даже ненавижу, но просто она неудобная. Ну, как по мне. Она мне уже третий или четвертый раз за видео попадается. Жесть. На. Чё так все грустно-то? Алло, люди. Почему так все грустно? Сейчас и так начинается 1 сентября, а вы еще, блин, такую карту сумму добавляете везде. Блин, если... Вот постоянно так, ну дайте мне чувака убить на его базе. Пожалуйста. Так, я лечу сюда. Ой, бляха. Так. А, кстати, интересный факт могу показать. Ну, для кого-то это понадобится, я думаю, такой способ, который сейчас вам покажу с помощью эндерпелов. Сейчас покажу. Сейчас залутаю сундуки, попью, и смотрите, я лечу наверх,
Ну, или в любое положение. Нажимая на Shift, и Enderpearl перестает работать. Ну, то есть, чисто рассказываю для тех, кто об этом не знал. Я тоже раньше об этом не знал. Но сейчас, видите, узнал. Как ни странно. Опа-па-па-па. Бля, опять вот тварь! 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 Подождите. Подождите, это тот чувак? Блях, это опять-то падла! Это опять-то падла! Это тот гребаный читак! Вот, видите? А! Он сдох? На, серьезно! Ты не верил! Сейчас не понял. А, ну у него максимум глиндых пелы закончится. Точнее, ну и закончится тоже. Ну вы меня поняли, да? О чем я хочу сказать? Кто-то его просто, видимо, скинул неожиданно ли. Я не знаю, я уже понял, что это читер. Поэтому да. Давай, давай. Чувак, ну ты понимаешь, что я как бы очень злой сегодня, по крайней мере. И поэтому тебе жопа. Как ни странно. Давай, чувак. Полетели с тобой. Да все, я ударил его! Охерели! Твари, падлы, мое место, не трогали, не трогать, все поняли меня, все, пока. Давай, до свидания. Опа, Блейз поставил, чтобы он меня защищал хотя бы немножко. Так, лопату мне, лопату в студию, пацаны, лопату в студию на 16 миллионов урона, все, давайте. Опа, огненная, уже неплохо, красиво, все же люблю, живу, так, все. Лопату в студию, а иначе все будет очень неплохо, хорошо, не знаю, так, все. Зельку кидаю. Бля, где? 4! 3! Падла! Я тебя вольну! Нет! В смысле? Нет! Есть! Есть! Я затащил красиво просто. Я уже, видите, я уже бью об стол. Да. Долблюсь об стол, короче, бомблю. Ну, на самом деле, я особо сегодня не бомбил. Ага, конечно. Я тебя вольну! Что я еще забыл сказать? Я, короче, хотел сделать насчет сотого уровня видео. В принципе, я, может быть, и назову в этом видео, типа, сотый уровень получился, такое, да. Но у меня, короче, 102 уровень, да, почти 103 уже. Можно сказать, что уже и 103, в принципе. Ну, это, наверное, круто, да, там, все такое. 1000 побед в соло, там. Ну да, вообще достижение века, вообще. Никто так не может, да. Короче, ладно, все, вы меня поняли, всем пока, ждите нового видео, если оно вообще кто-нибудь выйдет. Сейчас как бы школа начинается, хотя фиг. Ну, я не знаю, короче, фиг его знает насчет видео, но я буду стараться часто их выпускать, потому что надо, да. Потому что надо. Не будет такого, как в прошлом году, когда ролики выходили раз в 2 недели, все. Это точно я вам говорю, а иначе отписывайтесь, ставьте дизлайки, пишите гневные комментарии, еще что-нибудь. Все, вы меня поняли, всем пока. Да. Ну и там луйк поставьте, там, да, за обычный скайбакс, там. Голодные игры скоро выйдут. Все, вы меня поняли, пока. Все, пока, все, я нормально, все, пока.